Трое готовы. Один остался. Почему вы не сдаетесь? Потому что твоя голова все еще у тебя на плечах. Как вы неуклюжи, капитан. Ты знаешь, я передумал. По поводу? Пожалуй, прежде чем отрубить тебе голову, я отрежу тебе язык, тогда я не услышу ни нытья, ни насмешек, ни жалоб. Отлично. Осторожней. В вашем положении слова нужно подбирать более осмотрительно. В каком положении? Маркус! Маркус! Что вы себе позволяете? Как вы смеете нападать на безоружного человека? Вера, не мешай нам! Вера, назад! Назад! Черт возьми, уезжай! Уезжай! Мне нужно только золото! Маркус!